Итак, всем привет. Для этой игры вышло новое обновление. Итак, что добавили, что исправили? Давайте по порядку. В общем, добавили новый класс Валькирия. До этого был класс Викинг. Потом Валькирию добавили. И что пишут? Многие мечтали геройски погибнуть от руки женщины-хищницы Валькирии. Даже женского пола. Северяне верили, что павшие в этом неравном бою обязательно попадут в Вальгаллу. Порой рождались люди, готовые бросить ей вызов, но она такая осталась непобежденной. В общем, практически ничем не отличается. Знаете, это уже между хищником Альфа и что-то между самураем. Вот так вот. Из крутого хочу отметить то, что выносливость здесь на 4. Реально, прыгать можно очень много. 3 прыжка как минимум. Ну, больших прыжка хищника имею в виду. В ближнем бою это уже очень отлично себя показывает. И восстановление хорошее. И после прыжков, и после рукопашных атак. У каждого хищника это восстановление разное. Здоровье чуть-чуть побольше, чем у стандартного хищника. Ну, тут пишут. А на самом деле там не так уж и много отличается. Скорость здесь хорошая. А вот снаряжение здесь похуже. В общем, что имеем. Из самых таких крутых плюсов хочу отметить то, что очков способности здесь 14. У альфа-хищника 13. 13 еще у старейшины. Дальше потом на понижение. И самое большое значение было у следопыта. Итак, я тут взял такой билд. Пока что. Несокрушимость, железный хребет. Чтобы меньше получать урона в спину, когда мы клеймим противника. Ну, то есть убиваем его, врываем. Череп, хребет. И беспокойных, чтобы если нас убили. То есть не совсем убили. То есть если лопнули на второе дыхание, чтобы у нас оно быстро откатилось. Потому что я проверил вот это новое оружие, северный молот, с которым продается это DLC. Оно позже откроется, оно будет бесплатным. Тут написано, в арсенале свирепой хищницы Валькирии есть двуручный северный молот, созданный для яростного ближнего боя и сокрушения северян. Дополнительная атака позволяет провести мощный удар занесенным над головой молотом. Этот удар наносит повышенный урон несчастному, которому не повезло стать добычей. В общем, оружие это, так скажем, плохое, на мой взгляд. Идти в ближний бой с этими обновлениями, с новыми специализациями оперативников, это верная смерть. По анимации альтернативная атака, которая здесь написана мощная атака, это то же самое, что и у боевого топора. А с обновлением боевому топору добавили плюс к альтернативной атаке, потому что она мощная. Еще кровотечение, как у катаны. А тут ничего нет. Тут только обычная анимация отличается. Она интересна, но также нет приближения к противнику, нет вот этого магнита. И поэтому, если чувак, оперативник не тупой, он будет бегать, ты никакой атакой не попадешь. Если он еще будет кругами от тебя ходить, альтернативная атака тем более не попадет. Потому что она такая же рубящая, сверху вертикальная атака. Вот, в общем-то и все. Итак, исправили мелкие недочеты. Нового ничего не добавили, кроме того, как в частном матче теперь можно полностью перебрать охоту, то есть веселье, пониженную гравитацию можно, то есть если хищнику нажать просто прыжок и гравитацию вообще понизить, можно вообще летать. Это прикольно. Лава на земле, допустим, если хищник на земле, он сразу горит. Ну не сразу, там через некоторое время и большую голову. Это жесть. Тут разные, еще трудная охота добавили. То есть тут написано усложненная версия режима для опытных игроков. Что там убирается? Ты не видишь своих тиммейтов через стены. Ну, то есть видишь только на определенном расстоянии. Меньше худа, то есть интерфейса. Ты не видишь, сколько у тебя хп, сколько патронов. А, еще патроны. Если ты перезарядил неполный магазин, все патроны потеряны. Я думаю, это будет новый опыт, но нужен новый режим, а не частный матч. Я немного не понимаю разработчиков. Так как вот этот новый частный матч с модификатором добавили, поиск за хищника увеличился в разы. Хоть и пишет 9, я последний искал 15 минут. Ну то есть все пошли в частный матч, все пошли веселиться, а онлайн страдает. Такие дела. Ну, давайте сейчас сыграем несколько матчей и покажу, как хорош топор. То есть молот. То есть молот. Еще что забыл сказать. Из того, что здесь снаряжение всего 9 очков, мы можем взять аптечку. И уже с аптечкой нельзя взять медвежий капкан. Одного очка не хватает. Зато можем взять звуковую приманку и запястную пусковую остановку. Либо только датчик движения один.
В общем, этот весь минус. А так, класс, я вот так назвал, прикольным. И еще вот непонятно, она имеет бонус к урону рукопашного боя. Я пока еще не проверил, обновление только вышло. Но если этот бонус есть, это будет отличная замена, так скажем, самурая, допустим, у которого со скоростью проблемы, как и с выносливостью в принципе. Хотя у него больше, чем у берсерка и у викинга. Но зато у него выносливость и скорость хорошая. Мне этот класс теперь больше по характеристикам нравится. И плюс у нее 14 очков способностей. Можно разное придумать. Так что сейчас мы опробуем этот молот с луком. Потом молот с сетью попробуем. И изменим кое-что по билду. Из самого хренового, что хочу отметить, у нее мало энергии. Общей энергии. Маскировка проходит быстро. Откат после прыжка хищника и ударом АОЕ. Ну, энергии то, что бьет через стены, допустим. Долгое восстановление. У берсерка это вообще 16 секунд. У самурая 14 или 15, я точно не помню. Но имеется в виду, если поставить охлаждение систем, это все будет быстрее происходить после перезагрузки энергии. Но у нее это значение где-то больше 13 секунд вроде. Точно я пока не проверял. Вот и посмотрим. Вот и первый матч. И сразу же нашло пустое лобби. Обожаю эту игру. Наконец-то нашло. Искала 18 минут. Это пипец. Ладно. У нас тут 4 консольщика. И никто не выбрал специализацию. Может даже с молота убью. Кто знает. Этот молот с одного удара ломает аптечки, как серп. Ну, в принципе, как и боевой топор. Но за свиньями с ним не поохотишься, вот, допустим. Подбегаем. Это ладно, она не бежала. Короче, бред. А вот с когтями они на приближении работают. Уже лучше. Так, я не проверил, нет. Здесь рации нет. Так, они там, давай здесь рацию по-быстрому проверим. Рации здесь нет. Какое медленное косое оружие. Здесь мне нравится, что она быстрая. Ясно. Ну, короче, видите, да, что молот он вообще не очень. Вот сильный удар. Это оружие. Ну вот так вот. Особо и не повоюешь. Если использовать ловушки, так, да-да, будет все круто. Но это нужен другой класс хищника. Потому как с этим клинок особо не поставить. Либо придется отказываться от аптечек. Что плохо. Мне кажется, я услышал свинью. Некоторые еще баги поправили. Но за отряд мало что изменилось, кроме как там различные баги.
который багами ты не назовешь. Это так, визуальный. Это связано с прицелами на 6x. И добавили 3 новых скина плазменной винтовки. Точно попались. Ну ладно, молот, в общем, я вам показал. Я попробую этих... Вот, не очень. Просто что-то команда, тем более нападет. Опять баги. А ты куда пополз? В общем, молот не очень. Давайте заменим его, допустим. Я люблю ближний бой. Я бы заменил на катану. Либо меч, либо серп. Знаете, по сравнению с молотом, даже обычная дубина будет получше. Почему? У нее есть магнит. Можно меч поставить. Также, если использовать вот это оружие, оно медленное, как и боевой топор. Лучше использовать сетеметом. Но сетемет рано или поздно кончится. Против крутой команды это оружие лучше не использовать. Вот что я хочу сказать. У боевой дубины первый удар неплохо наносит урона, второй побольше. Его бафнули, а третий теперь нельзя парировать и тоже еще больше урона наносит. Пока ты эту связку сделаешь, тебя убьют. Двое смертоносных. Ну, со специализацией смертоносных штурмовики. Или либо дач 2025 убьют любого хища. Давайте попробуем с катаной. Да. Также вам специализацию не показал. Тут теперь новые дреды. Валькирия, вот такая косичка. Еще какая-то инопланетная заколка. Ладно. К сожалению, не все дреды на нее доступны. Насчет маски. Она сразу едет мифическая. Допустим, тут некоторые есть красивые. Неплохо. Давай так сделаем. Идем в тело, стиль брони. Тут даже система неплохо смотрится. Но скины реально крутые, да. Не поспоришь. Давай сделаем золотые, проверим катану. А, также, что еще сделали? Поправили немного контейнеры. Теперь вам будут реже попадать то, что вам уже попадалось. Якобы улучшили рандом, как вам будут попадаться вещи. Теперь, если какие-то у вас вещи есть, будут выпадать больше шанс на всякие мифические. Уже многие люди скидывали свои скриншоты, как они выбивали легендарный трофей на хищника. Мне еще несколько осталось. Всего там 4 штуки, что ли. В общем, у меня только 7 легендарных трофеев на хищника. 6. И вот эти тоже. Эти давно уже попались. Меч самурая ей не подходит. Нунчаки тоже нет. Томагавка что-то. Я взял топор викинга. Турецкий кинжал, хопиш. Также есть пистолет со второй части. Еще некоторые трофеи, я уже забыл какие, если честно. Консольщик, который тяжело дышит. What does hookers and dumpsters have in common? I don't know. Да начнется охота. Потом некоторые перки, я думаю, заменить. I was waiting for shit! I said hookers! А, черт. Аж оглушили. Я же думал, он что-нибудь прикольное скажет, а то он дышал. Я поначалу думал, что ему плохо. Просто он тяжело дышал, очень тяжело. Слушай, а у нее шрам на спине, да, Оли, у Валькирии? Да. Интересно. Давай проверим. Рации здесь нет. Прыжков много сделать можно. Давай сделаем. О.
Родцы здесь нет. А давно все на 4 у хищника? Как у следопыта? Можно долго бегать. Возьмем катану. Так, здесь свинки не появились. Да, они здесь, я их слышу. А рации здесь. Тихо! Я что-то слышу. Катаны на свиней лучше не охотятся. Почему? Да потому что они после первого удара даже сильного не умирают. Одно кровотечение. Второе. Пока хватит. А тебя что, здесь бросили? Я слышу, к тебе бежит товарищ. Пусть истекает. Используй шприцы. А? Видите? Один оперативник даже может убить. Даже консольщик. А, их трое теперь. Ну вот. Так, здесь свинюшек нет. Свинюшка вон там. И дальше. Эх, ей бы еще здоровье побольше. И вообще снаряжение можно было бы убрать. Watch your back. He's running for. Oh, he's a scout. Dead dude. He's got shit. Я ранен, кровь так и хлещет. Ладно, где еще один? Это поддержка. Неужели он там остался? На зоне высадки. Я его вообще не видел. Нет. Он двигается. Двигается в ту сторону. Да, он просто стоял на зоне высадки, получается.
Они, получается, они там выстрелили. Хреновый матч. О, oh, hello, guys. Hi, hi. Good luck. Good luck. Ну, эти ребята на сервере играли. Мощные. В общем, когда я буду убегать в этом матче, мне будет всегда прилетать снайперка. Один выстрел, наверное, точно. Так что с ними надо быть поосторожнее. Полевой врач. Два полевых врача. Хреново. Дуэлянт и снайпер. Если честно, я всегда им проигрывал. В этот раз постараюсь выиграть. Давай сразу рацию проверим. Эх, мне хотелось бы дойти до такого уровня в игре за хищника, чтобы давать место для отступления. Ну, вы понимаете, как в первом фильме про хищника. Хищник он не давал всем отступить, а потом нападал. Как мне нравится много выносливости, а? Рация здесь. Здесь звуковую приманку оставим. Минус один. А это его друзья уже. Одну. Кидаю гранату. Меня заметили. Пыгаем, пыгаем. Прыгаем. Здесь должны быть свинки. И здесь две. Если идти, то надо идти в грамотный размен. Отступать, в принципе, к рации, но им, если я второй шанс дам, это будет моей ошибкой. После я уже не выдержу. По-любому мне уже на маске, по маске настреляли и... Я проиграю. Если дам их, воскресить своих. Кстати, да, здесь такой же звук лечения, к сожалению.
got soldiers down. Requesting reinforcements. Bottom! Look, stop on us! Hey, помоги! Yeah. Thank you, guys. With a katana. Yeah, katana. GG. Thank you. I not give you any chance because you must win anyway. What? What did you say? Блин, как сказать? Не знаю, как сказать. Ship спасибо. Кое-как выразил свои мысли, надо английский учить. В общем, я всегда им проигрывал. Если бы я дал им шанс воскресить своих, то это все. Там тем более два пылевых врача было. Жаль, не было смертоносных. Ну да ладно. Так, в принципе, что бы я здесь заменил? Аптечка, я думаю, в любом случае нужно ее оставлять. Без аптечки это будет уже хардкорно. Ну, будет круто. Билд, по сути, не изменится. Будет вместо аптечки... Капкан. Допустим, что бы я здесь изменил? Вместо железных ребятов можно поставить, допустим, врача, чтобы быстрее лечиться. Несокрушимость сколько дает? Ну, где-то 10% сопротивления урона. Но каждая пуля это дает о себе знать на самом деле. Многие недооценивают талант несокрушимости теперь. Потому что этот процент повысили. Но точно я не могу сказать сколько. Точных данных нету. Тут надо самому тестить, чтобы в тебя стреляли с разными пассивками, такие как смертоносный, бичи уджа, лидер, разведчик со специализацией снайпер. В общем, все это надо тестить. Особенно если у вас еще есть железных ребят, когда вы получаете меньше урона в спину, а также когда вырываете хребет. Допустим, уберем пока несокрушимость. Слабое место этого хищника в запасе батареи. Очень быстро уходит энергия, когда мы просто даже в невидимости без визора. Это очень плохо. Выброс адреналина, я думаю, здесь можно не ставить, потому что у этого хищника и так с выносливостью полный порядок. Это просто будет перевод перков. Допустим, можно было бы взять врача. Но здесь... Крутая фишка была бы это модифицированный запас. Ну, тогда я не могу взять то, что мне нужно. Я могу взять, допустим, врача, модифицированный запас и беспокойный. Итого 3 очка перка. Я не возьму. То же самое можно было проделать, допустим, с обычным хищником. Так что это не наш вариант. Здесь по-любому будет у нас либо настроена линза. Хотя здесь мало батареи, я бы это лучше не использовал. Хотя можно будет еще использовать также... А, нет. Смотрите, большая батарея. Настроены линзы. Подходит. 4-5-5. А если сделать этот билд полностью под ближний бой? Допустим, батарея бесстрашие, беспокойные. Сюда на пятерку можно заменить что? Преимущество на высоте нам не нужно. Настроены линзы тоже, в принципе. Даже не знаю. Врач, наверное. Давайте врач, бесстрашие и беспокойный. И посмотрим. Можно даже взять теперь не катану, а меч старейшина. Мне больше оливковый нравится. Ну, погнали. А тут один с ПК и три с консоли.
Ну, тем я не давал убежать, а этим уже можно дать шанс. Ну, тем просто я не то что шанс, я от них убежать тогда не мог. Так, полевой урач, снайпер, напор. Так, кожу надо было поменять. Контейнеры исправили, и теперь можно заново ставить рулетку. Да, пинг чувствуется. Все намазались, молодцы. Да, не там. Рация не здесь. Нас бил на ближний бой. Не будем, наверное, или будем? Ну ничего, там я слышу свинью. У нас есть беспокойный, у нас есть врач. Сколько здесь свиней, однако. Раз, два, еще дальше. Два. Так, давай. Раз. Два. Три. Ты задолбал. Ты будешь прыгать? Нет. Помогите! Давай быстрее! Отдыхай!
на помощь! Ну, дадим ему шанс. Блин, их опять. Их опять меньше. Опять баги, и теперь вылетают все. Хреново. Один консольщик вылетел. Это тот, который был со специализацией полевой врач. Плохо. И, кстати, это случилось недавно. Я не знал, что это штурмовая винтовка. О, они более-менее дружелюбные. Патронов много не бывает. Скушим. Меч все еще хорош. Так, и где наши? Ребята пошли спасать. Наверное. Тогда будем делать так, чтобы... Давай быстрее, я вас подыграю! Зря. А вот и мы тогда сделаем... Нет, от бочки он умер. Вот это уже скушать не могу, что ли? Нет, могу. Зря. С бочками надо посторожнее. Ну вот. А, значит, он тоже вышел. Что? Следующий матч будем искать. А теперь давай так. Билд оставим тот же, но возьмем серп Альфы. Еще один бой на карте Крушения. 3 с консоли, 1 с ПК. Сайдерок, я вроде его когда-то видел. Посмотрим. Нас билд. Врач бесстрашие и беспокойный. Также заменили серп Альфы. Пинг плохой, конечно. Когда пинг 100 у хищника, это очень плохо. Для лука, для плазмы, для всего. Потому что все это летит с задержкой.
Я вот только вот здесь не помню, где рация. Здесь знаю. Так, наши ребята. Угу. Мы можем их встретить, если только они не пошли дальше. Нет, не пошли. Рискнем? Один здесь остался. Тогда постараемся сделать быстрое убийство. Давай кушайся. Имею в виду скрытное убийство. Откинулся. Хватит ныть, приведи себя в порядок. Так, ну, в принципе, все. Помоги! На, подыши! Здесь не брошу.
Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот скрытое убийство. Я думал, что не выживу. Я же кровью истекал. Точно. Вот оно, скрытное убийство. Твою мать, что это такое? Немного кривовато, но что есть, то есть. Вот, сквозь текстуру тело провалилось. Ничего сделать не могу. Никаких аптечек. Обращайся. Настало время лука. Скоро сломается. Есть они! Полегче. Все, маски нет. Все, у нас есть перк-врач. Нам ничего не страшно. Да-да-да. Ну вот, умер.
Без маски хреново. Сколько же здесь свиней? Будем ориентироваться по звуку. Свиней я тут наплодил, только я их не вижу. Он поднял его. Один выстрел с первого дробовика. Хорош. Помоги! Давай, ты же полевой врач. Давай, спасай его быстрее. Вот он! Я думал, что не выживу. Я твою вот, быстро убийство. Где моя маска? Я не знаю, где он. Где-то спрятался. Только свинь белого съел. Брейкданс свинячий. Такое бывает, когда стрела застревает. Свинья. И где же наша дичь была? Хрен его знает. Без маски хреново. Если маски нет, это... Почти равно 7 поражений. Давай теперь попробуем такой билд. Несокрушимость. Охлаждение систем. Будем прыгать и беспокойный. Также возьмем катану. Нравится мне катана.
Конечно, она подходит только тем хищникам, у которых много выносливости. Потому что альтернативный удар, второй, дополнительный который, на правую кнопку мыши, потребляет очень много выносливости. Ну, так вот. Еще один матч. Выбрали катану пока что. Несокрушимость, чтобы быстро уходить с перезагрузки энергии и беспокойно, чтобы откат второго дыхания происходил более быстрее. Ну, нравится мне прыгать. Это рискованно. Наносит много АОЕ урона. Пинг большой. Жаль. А вот у них пинг хорош. Сразу проверим рацию. Рации здесь нет. Где наша дичь? Тогда проверим рацию здесь. Здесь нет. Смотрим, что здесь спрятано. Выносливости хватает на длительный бег, это очень круто. Возможно, рация здесь. Сука! Нет. Полегче, я ранен. Get on your feet, soldier. Тебе. А где у вас четвертый? Истекая кровью. Где-то снайперит один раз попал. Но это быстро снайперка. Это там спрятался.
feeling better already. Энергии очень мало. Течение, всем кровотечение. Даже ты свинка. Сам встать могу. Черепок мы видим. А где еще, ребята? Сделать ему красивое убийство. Я там рацию не заметил. Получается.
Давай, используй шприц. Сам встать могу. Да, да. Ой. Их на территории никак нельзя. Вот это я думал. Что это было? Да, урона мне много нанесли. Блин, сильнее еще делать. А, забыл сказать, еще три маски новые добавили. Дымка, соперник и тварь. Блин, с какого-то фильма напоминает. Лицо чудовища. Из какого, не могу вспомнить вообще, ну никак. В общем, теперь я опять решил взять молот и сетемет. Также несокрушимость, железный хребет и беспокойный. С консолью можно так побаловаться. То есть используем сетимет, потом гасим молотом. При худшем раскладе можно отстреливаться с наплечной плазменной пушки. Thank you.
давай сразу к ним. Косой. Как понять, или в сетку. Да что мне теперь сложно стрелять. Беги. Думал, наперед сыграю. Погонялки. Я сейчас сеть закончится. Обычно свиньи, да, там. Успею. And this man act like he can't work. I'm ready for you now. Oh man. Oh.
Oh yeah. Yeah, I mean, he was never coming from shooting me with this, man. I was like, oh no. Oh, he behind us. Oh yeah, I'm on you. Пипец зависло. Bro, what's up? What the hell? Boy, you got it. You want me again? Yeah, you need to draw him again, yo. Draw it. I need to get a good spot on him. Draw it. Boom! Ah, that nigga running. Come on, baby. Come on. Oh, now you trying to shoot. Oh, now you trying to shoot things. Ah! Somebody cut me. Somebody cut me. Yeah, I hit my head before I went down. You hurt. Nobody else can pick me up. He's hurt. Ah, he behind you. You got him, my boy. Прикольно. Где же свинки? Вон там еще я видел. Да, с этим медом тоже придется поупражняться. Одна свинья. А, нет. Не свиньи вовсе. Но этот молот не для серьезной игры. Сейчас появится и будем бить. Сколько ударов появилось? Нет, молот это не мое. Спасибо. Но нет. Ни одной свиньи. Ладно, полечимся. И вообще, как меня нашел, э? Thank you.
Так, двое там. Ну-ка, скрытное убийство, да, покажи мне. Скрытное убийство. Есть. Жесть. Ну, она сбежала. Прикольное быстрое убийство. Но мало сам вообще ни о чем. Было бы хотя бы приближение, как вот упора, тогда бы я бы им с удовольствием пользовался. Придется даже при том, что оно медленное. А что так? Ж, мы хотя бы выполнили задание. Эти смерти не были напрасны. Вот, я, пожалуй, на этом закончу. Надеюсь, вам понравилось. А если понравилось, поставьте лайки. Это для меня важно. Сам по себе хищник, как дополнение, вышло прикольным. Большой плюс... То, что она имеет 14 очков способностей. А вот имеет ли урон в ближнем бою, дополнительный пассивный, как у Берсерка и у Викинга, вот это уже вопрос, надо будет тестить. Ну, всем спасибо, всем пока.